Задача простая. Либо всех убить, либо взорвать ящики в палатке. Три ящика и этот Opel Sunting. Вообще что ли осталось? Почему есть? Просто вообще не ощущается. Ну будет. Но не скоро. Ну я уже до замка. Да мы уже подошли. Рядом же. Ну, башня торчит. За башни, кстати, могут огонь быть. Краб бьет. Да ну нафиг, не хоптик, я все четыре упорка мне подорвало. Не только к тебе. А вы что ли сами все взорвали? Да? Что-что? Сами себя взорвали? Нет. Да? К нам другие стороны подошли и взорвали. А, вы правильно, вы со стороны обороны? Понятно. Вдруг вы еще слышите? Что-то они там говорят, так я думаю, что происходит. Если бы мы в доктора не играли, мы бы выжили. Да, это твои команды на замке. Ну подумай, что соскользнул, пал руки, сломал ноги, сломал там что-то. Подумай. Обычные ноги у него, что ты хочешь? Рейл армия. Это его обычное состояние. А вот у меня вопрос. А нафиг нам на базе 13 снарядов для миномета, а смолвенных у меня? Что будет убрать в руки и убегать, не взрываться.
То ли одну башню убрать, то много башен. Как-то, там их двое, потому что. Что за херня? Все нормально, их двое. Да вот музыка уже есть. А, щас. А как краб умер? Сальная пуля прилетела прям в дымницу. Жесть, у тебя же дистанция там, ТВП. Ну я сидел в одном месте, никто не высовывается, решил перезагрузить, меня сняли прям бегать. Понятно. Печалька. Там, вся надежда была на ТВП. Ну если бы я сверху стрелял, все ладно. А так... Видел только вспышки. Ворон, ворон, подрывай, подрывай. Или расстреляю ее в конце концов. Цель как она уничтожит? Да, одна, и одна из двух. Вторая в палатку. Три ящика. Там достаточно один ящик подорвать из-за стрелковки и все. Даже с этого не нужно. Ну, ребята, вы что же? Коробочка храни, ребята. Да, вообще. Видимо, они лучше пофрагают, чем задачу выполнят. Может, просто счет не стал. Да ее можно, эту машину, полтора магазина, и все, ее нет. С бара. По движку. Можно сесть на мак или что? Нет, ну, он да, не стал сначала, можно туда, куда надо. О-о-о. Радикально к этому подойти. Прокарт, что-то я не цель не выполнил. Что цель? Прокарт, почему не выполнил цель? Надо было за атаку идти. Это ерунда произошла. Бисмут выбежал, стрелял вообще в другую сторону, потом резко на меня навелся и убил меня с одной пульки. Да читы это новые. Чё, не опознанные читы. По-любому. Перестрелка веков. Оккупант зашел. Ну бас. Ворон, давай. Давай. Да он не станет, его контузия. Станет. Боже. Ты не встанет, не. Эх, ну бас. Скучно как-то.